kick you. Здесь серьезная масса.
Прощаем. К 52-му небе Коминги. Аллигатор. Осиздили нежелательный летный состав армейской авиации. Летчик-снайпер, подполковник Сергей Пакет. Выполняется Горько. Поворот на Горького. Такой вертикальный манер. Изменение направления на 180 градусов. Демонстрирует вертолет К-52. В целом демонстрируется маневренный характеристик уникального, совершенно подводной системе построенного вертолета фирмы «Калма». Реальный вертолет на сегодняшний день зарекомендовал себя как один из мощнейших наших комплексов. Воздушных судов армейской авиации. Вот такой вертолет К-52. Боевой вертолет. Вооружен пушечным вооружением, ракетным вооружением. Сегодня же праздник, и все летчики, безусловно, пилотируют свою машину, припасли какие-то сюрпризы. Так и Сергей Евстазий сейчас кружится в Вальсе на одном месте, но готовится действительно к тому, чтобы резко изменить высоту с 50 метров до 150 и в верхней точке показать вам всем, дорогие друзья, красивейший отстрел! Салют в честь праздника, в честь 80-летия Центра погоды авиационной техники, внимание! Отстрел! И ваши аплодисменты! Очень действительно, весь экипаж хорошо видит ваши руки. И заканчивает выполнение полетного задания, выполняет. Thank you.
Thank you.